Орландо Блум подтвердил свое участие в продолжении саги о пиратах Карибского моря. Актер исполнит роль Уилла Тернера в фильме «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Ранее Орландо говорил, что не уверен, что будет сниматься в картине. Блум вновь появится на экране вместе с Джонни Деппом. В прокат новая картина должна выйти в июле 2017 года. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!